Всем привет! Я пропала на какое-то время. Сейчас ничего не шью. У меня хорошие перемены. Я здорова, я жива, у меня все класс. Но я просто очень занята. И решила... У меня пришли подарки. Иди на руки, иди. Если мы не поздороваемся, мы не успокоимся. Всем привет! Всем хейтерам любимым, которые скажут, причем здесь ваша собачка и много болтовни. Мы очень любим поболтать. Видите, как мы снимаемся? Замерли, мы снимаемся. Мы очень любим быть в кадре. Так, я тебя не буду ставить здесь. Все. Так вот, все помнят мое покрывало, которое я полгода как шью, никак не дошью. Очень хорошо, что я на нем остановилась и не стала дошивать. Потому как у меня пришла куча подарков, большая. Это еще не вся распаковка, у меня будет несколько распаковок. Все сразу даже не показать. Ну вот я теперь думаю, как хорошо, что я не доделала свое покрывало, потому как я смогу использовать все свои красивые кусочки в это покрывало. И оно не будет таким пестрым и рябым. Почему я остановилась? Что испугалась, что оно слишком пестро. Посмотрите. Теперь я начинаю хвастаться тем, что я получила. Это вот такой огромный кусок. Он сложен в 4. Вот и сложен в 4. Очень придется моему хомяку туго и моей жабе. Это шелк натуральный. Это что-то восточное. Посмотрите, какая красота. Возможно, я даже сделаю из этого себе просто шарф. Потому как жалко мне его будет портить. Так, ладно, складывать я буду потом. Сейчас буду показывать. Посмотрите, это следующая красота. У меня есть коллекция галстуков. Возможно, это можно будет с галстуками использовать. Посмотрите, какая красота. Но, к сожалению, маленькие кусочки, полосочки. Да, она хочет участвовать. Она хочет участвовать в этом действии. Лаки, все из-за тебя. Это тоже шелк. Что-то такое похожее на креп. Если присмотреться вблизи, это креп. Но это все какие-то... Натуральный шелк. Это натуральный японский шелк. Я так понимаю, что шарфиков у меня будет очень много. Потому как вот это все натуральный японский шелк. Сейчас. Посмотрите, прям гексагоны готовые. Вряд ли я буду резать это все на гексагоны. Я хорошо подумаю, что из этого сделать. Возможно, действительно, это будет коллекция шарфов. Это вообще что-то необыкновенное. Это батист, посмотрите. Очень похоже на ручную роспись вблизи. Вблизи, посмотрите, картины какие. То есть это нужно использовать где-то, может быть, панно я сделаю. Необыкновенная красота. Ланчмант нет, это очень слишком шикарно. Слишком шикарно, да. Так, ну это вот посмотрите. Всякие штучки. Это шло в подарок, я так понимаю, к заказу. Это заказы делались в несколько раз. Это, скорее всего, будут у нас кошелечки. Посмотрите, какой кожзам. Или клапаны сумочек. Или клапаны сумочек, да. У нас есть кожа еще натуральная в таком плане, так что можно будет подумать. Это тоже кожзам. Так что можно будет подумать над комбинированием. Вот это кусок бархата. Такой красивый.
Лаки. Это, возможно, будет подушка или косметичка. Но это большая косметичка. Не одна. Может быть, подушка у нас на новоселье предвидится. Так, это тоже Япония, да? Угу, ну это остаточек. Я его уже использую. Да, остаточек. Это кимоно? Да. Это пояс из-под кимоно. Это будет отдельная у нас распаковка. У меня есть старинные пояса из кимоно. От кимоно, из кимоно, от кимоно. Это остаточек. Это вот тоже натуральный шелк, кусочек. Кстати, у меня тоже есть, но у меня небольшие обрезки натурального шелка в таком же качестве. Возможно, у меня будет открытие второго дыхания и начну придумывать что-то новое. Ну, я не хочу распаковывать все это из ключиков. Это вот все пэтчворк, это хлопок натуральный. Это пэтчворк. Возможно, уже у кого-то я даже видела на каналах у девочек. Я у себя обычно в последнее время делаю перечень, но вот этот я открою. Делаю перечень каналов, с кем у меня схожие темы, поэтому вы сможете посмотреть у меня по ссылкам девчоночек, с кем я переписываюсь, с кем я дружу. Посмотрите, какая красота. Вот теперь мое покрывало будет дополнено как раз вот кусочками целыми вот такими. Я даже их резать не хочу. У меня рука не поднимется. Это прям подушки целые. Ну, возможно, да. Возможно, как раз будет сделано покрывало и наволочки. И будет комплект. И все это будет очень гармонично. Ну, вот тут нужно открывать. Тут вообще что-то необыкновенное. Посмотрите. Смотрите, какая прелесть. Моя дочь у себя на канале делала единорога. Футляр. Из этой ткани. Я вам ссылочку поставлю. Ну и вот, посмотрите, какая прелесть. Здесь кусочки узенькие, но можно, видите, использовать. Это можно составить вот этого жирафика. Есть голова, да, да, есть... да. И сделать аппликацию, да. Для меня это несложно. Видите, вот рожки до ножки. И вот так вот. Угу. Черная ниточка. Есть чем заниматься. Вот такие я очень люблю. У меня есть подобные ткани, более большие куски. Можно будет тоже с джинсом комбинировать. У меня много идей, но так все складывается, что, к сожалению, идеи остаются идеями. А жизнь бьет, 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 слава богу, ключом, но не по голове. Посмотрите, какие вот, видите, кусочечки. Ну, все это будем использовать. Очень жаль, конечно, что они, вот видите, ну, можно прям вот такие большие использовать куда-то. Главное, чтобы идеи не остались идеями. На века. Клеточки. Вот очень красивая. Кстати, тоже у меня подобные есть большие куски. Вот рисунок такой, похожий, но цвет не такой. Вот можно будет комбинировать. Тоже. Вот еще клеточки. Обожаю всевозможные клеточки, полосочки. Просто обожаю. Вот мой любимый тоже ситцевый. Ситцевый рисунок бабушкин. Бабушкин рисунок. В общем, может быть, даже и хорошо, что длинные полоски. Потому как я все думаю о покрывале, которое я никак не закончу. И там уже достаточно много квадратиков. А дальше делать лень. Это более плотное, как лен. Разное качество. Ага, вот еще подобный. Где тут он? Я его так сложила. Ну, вон там. Сейчас после зеленого. Вот. Вот из этой же оперы. Только более большой. Красота какая. Просто красота.
полевые рисунки. Сейчас же модно. Да, просто чудо. Так, это сюда. Это тоже нужно открывать, смотреть. Я вообще не видела, я открываю вместе с вами. Я их пересмотрела просто в кульках. Посмотрите, какая прелесть. Плюшечки, пироженки. Ланчмат. Ну да, это можно в ланчмат. Нам придется много делать ланчматов. Это вот как раз клеточкам пойдет все эти горошинки. Тут надо открывать тут целый набор. Расправь. Да, конечно. Нет, вот эту горошинку. Ну, она замнулась. Замялась. Замялась. Вот тут нужно показывать каждый. Посмотрите, какая красота. Это просто чудо. У меня вот такой точно есть другого цвета. Луи-Витон. Луи-Витон, ага. Посмотрите, какая красота. Просто. Просто сказка и песня. Вот разложу все и буду любоваться. Так, это маленькие. Это маленькие, тоже детские здесь. Полевые. А это использовался уже, да? Да. Вот этот побольше. А, здесь тоже разные. У меня прям руки дрожат. Почему? Ой, ну я же люблю. Теперь самое главное, чтобы это все позволить себе вскрыть и пользоваться. Это что-то типа льна, да? Угу. Разные, конечно. Не знаю, есть любители вот таких вот надписей. Бабочки, да вообще отдельная песня. Бабочки вообще отдельная она песня. Она очень жесткая. Вот. Да, ну это типа льна. Но у меня, кстати, тоже есть несколько. Вот тут с целыми ножничками, так что можно будет использовать и ту полоску, и эту. Так, чтобы... Это классно, тоже морская тема. У кого-то из девочек был ланчмат с силиконовой пленкой. Ух ты. Да, и вот она делала аппликацию вот в такой же тематике. Но я обычно делаю ссылки на такие же каналы, как у себя. Так что можно будет посмотреть. Это моя любимая тема. Города. Эйфелева башня. Моя любимая тема — Франция. Тоже можно. У меня есть сумка с башней. Вот можно будет опять повторить эту тему. Ой, это вообще что-то необыкновенное. Это как... Это из Индии все. Это Индия. Это прям как ручная роспись. Батик прям такой. Боже, это необыкновенное что-то. Это что-то необыкновенное. Это такие вот как кусочки небольшие, да? Да. Угу. Образцы. Угу. Они присылают тебе образцы, потом заказываешь у них большой кусок. Это просто песня. Мало, я хочу юбку из таких образцов. А я хочу штору. Или штору, да. Ну, у нас есть магазин в Донецке, где можно будет подобрать, чтобы использовать эти. Угу. И основную подобрать там. Тоже у меня было видео, где я прогуливаюсь по этому магазину. Бомба. Так, следующее. Это еще не все. Тут еще распаковывать и распаковывать. Боже, это вообще что-то необыкновенное. Это сатин, похоже, тонкий такой. Здесь тоже сопровождение. Спасибо за покупку. Дальше я не понимаю. Еще раз спасибо. Посмотрите, какая красота. Девочки, мальчики. Вот это он сложен в 4. То есть тут даже можно какую-то вещичку себе придумать. Кто помнит, я ремонтировала куртку невестке. У нас малышка упала и испортила. У меня там тесьма. С рисунками. Вот можно будет ту тесьму использовать и эту ткань. Вот тоже это.
в два раза сложено еще кусочек. Так, теперь вот что у меня есть. Здесь тоже говорят привет, спасибо. Ля-ля-ля. За то, что вы у нас заказали. Посмотрите, какая красота. Кстати, у меня есть платки тоже новые, не использованные. Вот тоже можно было бы подумать, что-то сделать. Ну, либо просто как бандану использовать налито. Хотя можно было бы еще ее сороку пошить. Ты носишь эти сороки? Да, я одевала на в аквапарк. Ну, а теперь на дачу буду. Эти я не буду доставать, но покажу. Вот они сложены в 4. Такой штапель. Хаппи. Хэппи. Хэппи. Хэппи аур. Хэппи аур. Сувы. Это большой кусок. Тут, наверное, сложен. Тут больше метра. Это маленькие совушки. Прелесть такая. Это можно и как аппликации использовать. И вот так вот вырезать. Сделать, подумаем. Так, ну и, в общем-то, это кожзам. Кожзам разного цвета. А у нас есть кожа. Возможно, использовать, обшивая кожзамом. Надо подумать. Посмотрите, разные цвета. Не буду доставать. В общем, да, вот такая у нас распаковочка. Не покидайте мой канал, потому как у меня еще большая куча подарков. Все это не вмещается в одно видео. Я не люблю длинные видео. Поэтому оставайтесь на канале. Я буду хвастаться дальше.